Привет, друзья! Утром в воскресенье, 18 апреля, на улице машиностроителей в Новочеркасске, иномарка врезалась в дерево. По предварительным данным, за руль Hyundai Solaris сел 14-летний мальчик. В салоне авто находились 5 несовершеннолетних пассажиров. Ребята ехали по улице машиностроителей, юный водитель не справился с управлением, и машина вылетела с дороги. Автомобиль на скорости врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что корейский транспорт разбился всмятку. В результате аварии 3 мальчика и 2 девочки получили травмы, несовместимые с жизнью, они скончались на месте трагедии. Один из пассажиров остался жив, но также получил серьезные травмы. Мальчика госпитализировали в местное БСМП, за его жизнь сейчас борются врачи. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.